В зале местной администрации собрался актив района, депутаты, представители бизнеса и мэрии Сочи. Самых активных за большую работу на благо района отметили благодарственными письмами. А работа действительно проделана колоссальная. Одно из самых заметных достижений – в Хосте отремонтировали более 173 тысяч квадратных метров дорог. Это 48 улиц. Такого масштабного дорожного ремонта район не видел давно. Кроме того, ликвидировано 27 свалок и вывезено порядка 13 тысяч кубометров отходов. Еще одно достижение – построено и отремонтировано 28 детских и спортивных площадок. Не оставляют без текущего и капитального ремонта детские сады, школы и поликлиники. В Хостинском районе очень динамично идет работа по наведению порядка на улицах. Очень слаженные команды территориального общественного самоуправления. Очень хорошо работают управляющие компании. Есть, конечно, недостатки еще по дворовым территориям. Работы всегда хватит, есть на что обратить внимание. 703 многоквартирных дома в районе будут участвовать в программе «Комфортная среда», значит, их дворы станут современными и ухоженными. В районе за год высадили 1000 деревьев, открыли сквер фестивальный на улице Фабрициуса, за что отдельно поблагодарили меценатов. Готовится к открытию и еще один зеленый уголок. Сквер на Бытхе планируют достроить к Новому году.